А еще, как ни странно, Миша мне как сын. Да, я прям, у меня есть отношение к нему как к сыну. Такое ощущение еще, что я взращиваю, так скажем, интересного игрока, так скажем, оппонента. Учу, делюсь информацией, учу своего противника, так скажем. Но противника не то, что в плохом смысле, в хорошем. Играть. Надо же с кем-то играть в этом мире. Чтобы интересно было. Ну, игра, игра. Когда же жить-то будем? Где жизнь-то настоящая? Вот что, какая еще штука есть. Почему я понимаю? А меня не понимают. Ну, понятно, конечно, почему. Так скажем, стоя на стуле, трудно разглядеть. Тот, кто стоит на шкафу хотя бы.